На набережной ливийского города Сирт вооруженные люди поздравляют друг друга и стреляют в воздух. Так бойцы Национального переходного совета празднуют известие о смерти сверженного лидера страны Муаммара Каддафи. О том, что Каддафи скончался от ран, полученных в ходе боев за Сирт, сообщил в четверг представитель Переходного национального совета. Чуть раньше член совета Абдель-Маджид сообщил, что раненый в обе ноги Каддафи захвачен после того, как самолеты НАТО атаковали конвой, в котором он пытался бежать. Завершена операция по захвату Сирта, последнего оплота свергнутого лидера и его сторонников. Над центром города поднят новый национальный флаг. Город был под осадой почти 2 месяца. Подъем флага стал сигналом к началу стихийного праздничного салюта из разных видов оружия.